она. То есть окнуть вообще не получится, но работать, я понял. Что говоришь? Я говорю, а вкануть, поработать вообще не получится. Мне вообще не надо. Ты полдвенадцатого работаешь? Перед мотом у этого не стоит. Слушай, вот вторым окном там траву собирать. Не, абсолютно. Траву, кстати, давно уже завязали, чуть-чуть собирать. Так, утягивай пробудителя любого. Бьете его, бьет косты ему. Сбил, проверяйте, блядь. Паладин. Ладно, на мины, блядь. На, нахуй, всем сбил, блядь. Красава. Следующий собьем. После того, как убьете второго пробудителя, сбегаете, приведете. Сейчас собьем покаянием. И даже с том, можно, да, в мелизоне бить, а перед мордой не стоит утратить. Убьете пробудителя, ведите двух этих гвардейцев справа. Потом все остальное убьем. У нас, кстати, у нас фунты роги нет, поэтому придется прохиливать рейд на этом драконе. Жестко прохиливать, хилы готовьтесь. Ладно, на секунду отойдите, пару секунд. Что, сходите кто-нибудь, приведите гвардейцев. Вон я метку дал на них. Вон звездочка стоит. Два там моба. Где? Я так правильно понял, автать собирался я, а реально шасты все остальные. Вообще просто дикие люди. Ну, что они там? А, ДК танчат. Верни их. Если их миликом в жопу разворачивать, у них парихак не работает, они не могут уклониться от атак. Мог. Поэтому лучше ставить их в жопу перед. Да. Любых мобов. Кроме дракона. Ну, типа, всякое такое. Бля, на лане раньше так легко было, когда ТПС не выдавал. Кусается он последний. Что там, по-моему, 55? Сотка. О, ожидаем, 100 маны. Чё ты слабовато как-то хилишь? Алиса, давай вытягивай командира. Так я по мне и в плохую погоду не сяду. Командира утягивай. Меня просто тупо хилит. Вокруг вас полетают, хорошо. Утягивай пробудителя потом. Любого, хоть больше нравится. Еще один собьем. А вот дорогом. И собьем мне стандарт. Я блин. Иванович, слышишь? А давай этот Алису сейчас научим пока по кустарному, а через эвейт по меткам. Пусть она пока с метками. Босса ставит? Да. Ой, нет, с эвейтом точно не буду делать, наверное. Делаем проверенным способ, вот, если захочешь, то поучить, собираешь учебный рейд и учишь. Не, я имею в виду, смотри, сейчас можно с эвейдом, чтобы она стала, грубо говоря, в точку,
и понимала в будущем, грубо говоря, куда ей нужно подбегать, чтобы, грубо говоря, даже если с двух сторон босса растягивают, то есть кто-то для нее савил, а она с обратной стаунти, ну, переагрила и поставила, то есть чтобы она понимала, куда ей сбегаться. Все, если она захочет, она попросит, будем от этого отталкиваться. Я не знаю, на циркуле у нас всегда тьму танчил паладин, а свет танчил ДК. И тут точка эта. Да, ну... Войт. Войт даже когда видосы смотрел, где-то. Там 2 ДК танчили у вас. Это, ну, это у них, а это на X5 у нас было. Здесь тысяч, даже бар танчил. Не, здесь хлён появляется, здесь лезвие так появляется, вот так нужно вставать, чтобы хлён жопы вон к тому дереву был, который справа от дракона. Ну, просто не знаю. Во тьме можешь как хочешь заходить, во тьму с какой хочешь стороны. Главное, турбо поставь стол. Когда написалось на экране с желтыми буквами во тьме, пульсирующая энергия, там, ты смотришь на шарики. Все за 5 секунд элементарно все это делается. В любую сторону чё, можешь поворачивать. Чищаем пачку, вот это что-то недолго там ходит, бродит. Долбали. Мне нужна помощь. Одного сейчас прям тяни к себе сразу эту побудитель ближнего. Ничего себе, 53% критан, нормально, блядь. Салка есть. Он бейт, которого вытянул. Я собью. Сбил. Второй тоже собью. Хотя его не будет. У нас нет на пула, поэтому маг, Войд, взрывайте, может умереть тут на прохолёно. У нас три сальвы, что ты хочешь? Так, Турбо, не камень в твой огород, вопросик. Ты знаешь, что если ты юзаешь копии, то есть ты не видишь, сколько ты огород реально набираешь? Набираешь больше всех, там даже сальвы без тупо набирать, короче. Там сальва, да, ну то есть ты не видишь показатель агра. А, ну... На коня, вот, берешь своего копченого угря и адрес босса. Метки выносим. Бьем, да, только, да, бьем, да, только, да, за спиной. Давай, Алиса. Это хвостатого види. Цирк приехал. Перед морем не стоим. От шквала по возможности уходи. Силы не стоит перед шквалом, перед танком. Мах. Прижигание, вот это вот уносим прижигание, брэнш уходим и ждем, дрочим 80. На ком метки? 4 метки, шредер тоже ушел куда-то, свалил. Постояли, чтобы стать и не стакались. Побежали, бьем дальше. Я босса копию, наверное, приду там, где сейчас ШП стоит, шансон. Слышь, поэтому вы лучше перемещайте за спину к боссу, когда будет вторая копия. Да. Не за спину, а левее. Сейчас разделение. Тут две копии. На одну. Тут три копии. А, нет. Один шаман на меня садится. Ну так. Заверхило, конечно, без фанатизма. Метки по-прежнему выносим, шансунг, надо встретить. Под морды не ходить. Кто тут стоит, луна сложит. Я вот чуть не понимаю по этим меткам. Я отбежал за 3 км, они все равно стакают их. Херали. Смотри, рейндж нужно набирать от других участников. Если ты не отбежал от того, на ком метка, то есть у вас там двое, трое, четверо человек, то она продолжает стакаться на вас. А на боссе увеличиваются стаки. И танки получают сильнее. Поэтому. Я понимаю. Я имею в виду, типа, я выбежал на метров, ну, 70 от ближайшего вообще игрока любого. Вот. Я на все равно смотрю, типа, стак. Да, нужно. Стак обновляется, пока ты не наберешь рэнк. Вот. Поэтому вот там, видишь, 3 стака по 9 ослабляющих. По тебе еще отхил снижает. Естественно, как только чем быстрее вынесет метки в рэнк, тем меньше будет стаков на боссе и меньше стаков на тебе прижигания. Потому что если вы их не выносите, они стакаются, уменьшают отхил по вам. И что-то еще, вот. Наносимый урон снижают на 2%, и эффект исцеляющих заклинаний за каждый стак. Не, стак, да.
Лимон, я говорю, я 70 метров от ближайшего игрока был вообще. Алис, поехали. Стоим в цветах, метки выносим влево. 70 метров, да? Ну, короче, нужно просто дождать, пока нас падет. Чтоб стаки не копить. В 25-ках основные вайпы из-за этого, потому что я-то, а мы добьем. Не, я просто вижу, что она иногда работает, как так ты объясняешь, иногда не один хрен, то есть отбежал за 3 километра от других игроков и на один фиг стаки босса вешает, хотя не должна, как я понимаю, по логике. По логике я стоял от босса 3, метров 5, нахуй на меня не стакалось ни хера. Вешают стаки тогда, когда любой из игроков, кто с меткой, держит рейдж, тогда со всех игроков, на ком метка, к боссу летят лучи, и он получает стаки. А, я понял, теперь понятно, теперь вот. Да. Поэтому вот. Пока раньше не наберете, стаки будут копиться. Сейчас она улетит, там сака вам будет. Мы с Раурином. Чё там, кто с огнем, нажмите огонь на метках. Турбо, Шреддер, Орхидея. Ну, массу выпустил. Я дал массу. Всё, можешь вылезать. Все, цветочки встаем, добиваем босс. Дал Сакра, он прохиливает. Шансунг каплю дал хилить, пристанет. Да-да-да, все норм, я тучку я закупил. В морде стою. Так, Болтар. Я соло трэш пуканул. Шреддер, кидай... А, Лимон, кидай желтую джагу. Кому? А, желтую джагу. Да-да-да. У меня есть макс, просто переставлю один на другой все. Через мульт, мод альтер делаю? Нет, просто ротация, просто 9-6-9. Я все записал в это, в макросе, сижу одну кнопку нажимаю. Агро кручу. Ну, после этого набора, там, через крылья, не только на Халионе в ДЦ спекаться. Да. Как только последний человек забегает, сразу пуляй Лиса. Шреддер ждем. А, Шансунг, да, в первый антифир, а потом по КД, как получится. Угу. Алиса, погнали. Давай. На пулу нет, осторожней. Там хилы я ДД кучнее, знаете, чтоб трэш не кусал, а кусал со всех сторон. Бегут мразоты эти. Шреддер, у меня Шрейпер, тебе... Шреддер, у меня тебе один к тебе вопрос. Какого ты хуя с печатью повиновения бьешь, блядь? Помещение нужно. У него что, мастерства перекапчут, что он так бьет? Какая разница, в любом случае надо скачать порчу бить. Как она больше урона? Он на порче, он пишет чего. Порчу. Вот какого хрена ты ругаешься матом, пока не узнал, что делают люди? Я проверил. Я спросил. Чё ты это с матом спросил, а? Я спросил, какого хрена чел. О, теперь ты нормально спросил. Руки этикет, слышь. Мал под боссом. Что он там делает под боссом? Дур. Вот, включил порчу, начал меня передамаживать. Бежим на ту сторону. На ту сторону все бежим. Когда прибежим, чтобы поэтому. Возьмем квест. Там кто там это? По 25-ке. Делает. Да, по центру вообще не рекомендуется бегать. У него тут очень большая агрозона. Не заходите внутрь круга. Открыли рейд. Посмотрели, где вы находитесь. Первая группа в реале. Вторая группа. В сумраке. Хилы в сумраке. Наверслип, Шансунг. Хил в реале, лачдам. ДК, если на перебежках, жмешь незыбку, кровь там, все говно свое отдаешь. Так. СС нет. Кто диспелит свет? Свет диспелит. Так, тьму диспелит либо Шансунг. Либо лачдам, либо я потому что
потому что шансон ДЦ, он беспалит сумму. Так, мастер Ролл, давай ты побеспалишь свет, правда, что? Орхидея с магом пусть секают, он критом зацепится за нее. Вот. Алиса, по поводу тебя, а если метеор падает тебе на башку, ты дракона просто пробегаешь сквозь него, так, чтобы он развернулся по рейду хвостом, а не мордой, поняла? И все. И как только пробежал, сразу разворачиваешь, чтобы он тебе по спине не жахнул. По меткам буду говорить, все. Подожди, Лимон. Так. Бля, у меня хиллбот забагался, что пишет Шреддера 3К. Так и должно быть. 32К у него. Так, смотрите по аурам. Шреддер в сумраке, да? Так, на ДЦ есть молитва, есть Шреддер. Ставишь третью ауру. А, мастеров, ты играешь с пятой аурой. У вас так, так и стоит, да? Надеюсь, да? Реловно. У меня шестая, если какая пятая? Ну? Реловно. Да-да-да. Огонь. Давайте трогайтесь быстрее. Если есть рыбу кого-то, можно обычную. Поставьте рыбу. Нас ждет уло. 20-25 минут до уло. Мы еще отвоюем его, сходим в арку. Выбьем что-нибудь себе. Шансунг релогается. Сумраки. Значит, в сумраке бегать будете по войду. Я даю тебе ассист. О, господи. По фрейду. Силы тебе и выступал. Сейчас по-любому войд в лезвие поведет. Скажешь этот... Короче, в сумраке печенка, она хорошо видна, в сумраке темно, печенка там будет видна хорошо, бегайте за сиськой, короче, за соском этим желтым. А этот Томми по кличке Сиська, и сейчас он молится, а если он не молится, то его, блядь, следовало бы этим заняться. Магом кулак? Ну да, неплохо, зато я так бафнул всех. А что, у тебя все есть вроде? А, вот каски нету, найти каску. Турбо, чек. Я еще буду кс-ку, давай так чек что. Чек на пол. Турбо здесь. Давай кикнуть. Вара, Томми. Здесь от тактики Вейдата. Да, Алис, я заберу босса справа с той стороны. Ты у меня просто заберешь его. Вот это. Поэтому езжай к нему на мотоцикле. Еще раз чек на ФК, на пул. Все, все готовы, Шреддер. Отлично, я еду. Так, парочка подготовительных моментов. Алиса. Ретаун. Шикарно. Встань в центре. Встань в печенке. Гембос. Ой-ой-ой. Мы выжили. Ура. Гембос. Встань в печенке. Апула нет. Турбойс насрыт. Я ему дал уже. Огонь лачдан за спину. За спину. Метеор, перебегаем, не сдохни там, лачдан. Перебеги как-нибудь сам. Можешь стоять с той стороны, если пламя позволит. Это не критично. Если нельзя, метеору купить, я сдал мачдан, всякий случай. Лачдан мне за спину рейду, за спину рейду, за спину хвосту, правильно. Рано диспелите. Нормально. Не диспелите рано. Все нормально. Я тебе говорю, что рано, блядь, не спой, сука. Сказал рано, значит рано, тихо. Ну вот, твой звездный час, Алиса, беги. Вот, изумительно. Так ты делай всегда. Пламя вреет, что-то поджаривает жопу, нам надо сместиться. Под морды ушли. Куда вам печенки можно сварить? Так, я захожу в сумрак, надеюсь, все будет хорошо. Ставлю босса, можно заходить. Вставать слева от босса, слева от босса. Дайте мне прохил быстрее, хильте что-нибудь делать. Печенки стоит. Да у тебя этот. В реале, естественно, осталось шаман и от ДК. В сумраке должно быть 8 человек, включая мне на верстлик на стене. Так, сейчас. Ой-ой-ой, Адро, турбой. Ну ё-моё. Короче, поднимешь его, выйдите когда в реал. Смещайся, смещайся, лезвие, убегайте. Ой, лезвие. Уже слип выноси. Алло. Все, Геру?
Гера. Never sleep. Гера, Гера, под морду, забегайте, следующий будет. 2 секунды. Раз, два, три, лет. Войт, выноси мет. На сапогах. Здравствуй, юность, в сапогах. Что там, мет все стоит? Давай, я помогу. Так, 60%, что там, это, хреново, короче. Мага нет, ДПС нет, десятка ДПС нет. Орхидея нет. Орхидея не стоит. Ау, нахлёст, правильно. Лезвие. Да, у нас раур на тёмку. Пока успеваем, у нас 5 минут успеваем. Если 10% минуту. Шансунг, за спину рейду, Шансунг. В сторону морды левее. Вот. В сторону морды нужно бежать, когда лезвие, потому что я в это время кручу и лезвие вас нагоняю. Алиса и Рышан 1%, готовьтесь. Третий факт. Портал за спиной, первая группа в реал. БР Турбойс, Архидей. Фулбаф дальше. Метка на верслип. Сумраки вынес, да? Молодец. Все, играй. Тьма стоп, тьма стоп. Тьма стопните. Мага Бернули, что-то не вижу. Да, Бернули. А, ну все, мне просто не показывают. Мастер Роуд на тебя гонял. Вынеси там. Ну, кто там? На ком метка сумраки? Шреддер. Витер по танкам, перебегай. Читуй всех, всех по сундуке. Магу не забудьте бафнуть, клапу дайте. Что там еще и клапу, и дай ему карту, наверное, мать. Я ему и даже сальву дал. Ну и так, пока дайте. Шреддер, Вебер. Шреддер, Шреддер, метка вноси налево, свет стоп, налево. Свет стоп. Свет стопните. Орхидея стоп. Бьем. Скоро а? Метеор. У нас 3 минуты, давайте ускоримся, прожимайте бурсты, все скрыли, пока да. Выпейте фласт. Метеор прибежали. Да. Ну, химики выпейте, значит, то есть север, войт, метка. Спелил. Свет стоп. Войт. Свет стопнет, сейчас сдохну. Сакру привезли, что приходит отдать. Свет стоп, уберите руки от хвала, блядь, идем. Все нормально. Свет бейте. У нас 3 минуты. На парту на 10 секунд. Давайте быстрее. Пожирание. Неверслип. Цепь пульни меняет. Да. Вот, шаман, молодец. Грамотно. Не бежишь тут, блядь, по так. Увидел, что надо похилить. Танк пробегает. Навелся, прохилил. Молодец. Рейд развернула. Бьем сзади. Шреддер метка. Слип. Давай, мне нечем прожаться, братан. Че, за свет хп? Стоп. Свет стоп. Бьем. Турбойс, метка. 2 минуты, 20%. Мы успеваем, по счастью, потому что мага резко. Лезвие. Печенку, уйди, печенку. Войд, метка. Диспелю. Катаемся, скоро метеор. Прожался, отдал БЗ. Сакр 30 секунд, КД. Перебежали все. Ставлю метку на Войд, где он? Турбойс. Ладно. Вернись. Так, лезвие. Далеко бежишь. Наверстит метка. Мне нечем прожаться, ключик только нажал. Все хили за всех сил. Дыхание. О, хорошо. Успел войти в 20-ку. Печеночку. 5%. Под морду лучше отойти, чем он на всякий случай. Уйди с метки, Шреддер, Шреддер, свали отсюда, Шреддер, Шреддер. Уйди. Шлем метеора. Правильно. Шопа ты, лупу. Шреддер. Метки выносишь, вот что я тебе хочу сказать. По луту, нажимаем лут, жмем нужно, не нужно. Кольцо, курику. Ну нахер ваша хила. Кожа,
кому, да? Я даже не знаю, кому кожу, блин. Некому. На кота, на мишку. Ну все, всем спасибо. Стойте. Сколько у нас до него? Не покидай. 25 минут. 200 и по сейчас я дам. Дай мне навара. О. Квест давайте, там, нападение на рубиновое святилище. Не забудьте квест. Он не тут сдается, он наверху сдается. Ну, наверху, да. Наверху, на башню там дайте. Получите его, да, немножко. Все, 15 минут перекур. Летим на Ола, отвоевываем Ола. Как только отвоюем, я буду собирать арку десятку. ХП со света хотите? Стоп, мне опять ДЦ быть или можно ДД? ДД. Да, так, ребят, хочешь, я свернул можешь. Игру, сижу в РСке. Если нужны ИСА, мы поможем. Я пока поработаю. Короче, кому нужны ИСА, будьте в Дискорде. После Ола я его соберу. Какой Ола? Это, блин, 40 минут. Мы сейчас со Шредером залетим туда, вас и суманем. Почему 40 минут? 27 минут до Ола. Ну, смотри, 26 минут до Ола, а само Ола еще.